Всем привет! 29 августа. Приехал на местную речку. Начинает потихонечку холодать. Попробую сегодня поохотиться за лещом. В этом месте часто лещ начинает клевать с приходом сумерек. Так что приехал вечером. Сейчас попробую закормиться, промерить глубину. Ну и уже буду закидывать удочку и начинать потихонечку рыбачить. Притащил с собой зимние вещи, потому что ночью сидеть уже холодно. Сейчас сначала замешаем тесто, чтобы оно у нас настаивалось. Беру картошку быстрого приготовления. Беру клейковину, глютен. Добавляю достаточно много, чтобы она у нас с крючка не слетала. И добавляю вот эту вот прикормку. Хорошо себя показала. Немножко. Вот и все. Закрываю и перемешиваю. Вот у нас получилось тесто. Сейчас в него добавляем воды. Немножко. И замешиваем. Все, сейчас дадим немного постоять, закрыв крышкой. Также намешаем маленькую миску прикорма. Сейчас зальем это все дело водой и дадим постоять. Прикормка набухнет, напьется воды и будет готово. Закрываем крышку и пускай стоит. Поплавок это светящийся. Вот. Но пока что в него батарейка вставлена обратной стороной, поэтому он не светится. Будем ловить сразу же на него, чтобы потом не переставляться. Попробую сейчас присесть вот здесь вот чуть-чуть повыше на тяге. Если тут поплавок будет постоянно топить, тогда я смещусь чуть-чуть правее. Почему поплавок будет постоянно топить? Потому что у нас оснастка идет с подпаском. Подпасок всегда лежит на дне. Вот. Поэтому насадка лежит тоже на дне в одном месте. Если рыба берет, то поплавок всплывает. Рогульку поставил, столько сил ушло, чтобы найти место, куда можно воткнуть эти два штырька. Ну все, сейчас делаем первый заброс и на поплавок делаем закорм. Прик...
кормочка напилась воды. Стало прям то, что надо. Сейчас будем лепить маленькие шарики размером с яйцо. И по чуть-чуть кормить. Кормить сразу же много не буду, потому что мелкая рыба сразу весь корм съест. И нам ничего не останется. Вот, а нам корм нужен будет еще ночью. Вот, потому что мало ли придет лещ, может придет карп. Вот, у нас тут не кормлено. Как так? Сейчас три шарика выкину. И будем начинать рыбачить. Вот, кстати, наше тесто. Оно напилось воды, чуть-чуть разбухло из-за того, что прикормка разбухла. Сейчас мы сюда чуть-чуть добавим водички и сомнем. Вот и все, наше тесто готово. Поплавочек у нас сейчас заякорен, вот, и поэтому он то поднимается, то опускается, потому что течение в данном месте неоднородное, соответственно, его то затягивает под воду, то чуть-чуть отпускает. Ну, поклевочки, как правило, будут все на подъем, и это будет видно. Оснастка идет с основным грузиком, который огружает антенну, и подпасок, который лежит на дне, который полностью топит антенну. Дальше идут два поводка с крючками. Если рыба берет на подъем, поднимает подпасок, соответственно, антенна поплавка выходит наверх. Каучуковый шарик нужен для промера глубины. Ну, поклевочка. Вот первая сорожка взяла на тесто. На втором крючке у меня опарыши. Вот клюнула плотвичка небольшая. Ну, попала плотвичка. Опять на тесто. На опарыша не хочет. Но тесто нежненькое. Попадает. Вот это приподняло.
потихоньку начинают опускаться сумерки, а это значит, что пора переодеться, пододеть теплую одежду, чуть-чуть получше закормить и начинать ждать леща. Иногда поплавок полностью притапливает течением. Надо чуть-чуть подождать, и он начинает всплывать. Главное тут уметь понимать, где поклевка, а где поплавок затаскивает под воду течением. Оп, вот это уже поклевка. Рожка попала на тесто. Приподнял сейчас кончик удочки сверху, для того, чтобы леску меньше течением выдувало. Вроде как бы так стабильнее поплавок сейчас стоит на тяге. В общем, поплавок уже стало плохо видно. Так что я сейчас откручиваю антенку, переворачиваю батарейку и антенка начинает светиться. И рыбалка продолжается. Вот так вот антенка горит в сумерках. Оп. Хорошая поклевочка происходит. Давай, давай. Это уже попал лещ. Хороший. Подлещик. Подлещик. Чуть. Опачки, вот эта поклевочка. Да, есть. Попал.
Кто-то есть. На тесто. На тесто взял. Какая поклевка. О, попал. Четкий. Вообще хороший попал. Нет, нет, показалось. Просто показалось. Оп. Взял на тесто. Ну какой. Поначалу показалось, что прям хороший. Ух. О. Пойдет. Пойдет. Клюнул. Подлещик. Такой же. Этот взял на крючок с опарышем. Время 1:00, поклевок больше нет. Периодически подкидываю шарики прикормки, перезабрасываю постоянно, но пока что безрезультатно. Периодически неподалеку от поплавка происходят всплески подлещика, ну такие не сильные. Вот, но видно то, что рыбка достаточно хорошего размера. Но, к сожалению, пока что не клюет. Может быть, подлещик не клюет из-за того, что сейчас похолодало. Сейчас примерно плюс 3 градуса, изо рта идет пар. И сегодня ночью должна быть смена ветра с западного на северный. Короче говоря, может быть, рыба чувствует, не знаю. Непонятно, то ли течение, то ли рыба.
Ну, совсем подняла. Ух ты. Клюнул. Ух ты! Подлещик хороший. Как-то странно. Странно приклюнулся, подбагрился за голову. Этот самый крупный. Закончилась у меня порция прикормки. Надо сейчас замешать новую. Периодически здесь на перекате выходит какая-то крупная рыба гонять, мелочь. Ну и когда это случается, то поклевки у меня прекращаются. Ну, сейчас как раз повесил я удочку на рогульку. Вот у меня висит поплавочек мой тоже. Сейчас замешаю корм и продолжим нашу рыбалку. Очередная порция корма готова. Можно продолжать рыбалку. Что есть? Сорожка. Взяла на тесто. Попал. Попал, товарищ. Схватил на маленький кусочек теста. Рядом был червяк. Червяка брать не стал. Сколько есть? Это у нас ночная
глистастая плотва. Вот такая вот. Время 2 часа ночи, я уже полчаса без поклевок. Тем не менее, рыба выдает свое присутствие периодическими всплесками, но на нашу насадку пока клевать не хочет. Поэтому я думаю, что пришла пора сматываться и ехать домой, потому что силы у меня уже на исходе. Вот надо еще собираться и ехать. За эту рыбалку у меня получилось поймать 7 подлещиков и несколько сорожек. Получилось немножко поснимать поклевки, ну и в целом немного отдохнул, посидел хорошо. Пойманных товарищей я решил амнистировать, и никого из них я домой сегодня не повезу. Так что сейчас отпустим их по-быстренькому и буду собираться. В общем, подлещики попались, ну я бы не сказал, что мелкие, ну и не совсем крупные. Самый большой где-то грамм на 600. Вот. Самый мелкий такой где-то грамм 300. Вон. Рыбка. Все. Отлично. Вот такие товарищи. Вот этот вот самый такой хорошенький попал. Такой красавчик. Ну-ка ж отсюда. В общем, ребят, я надеюсь, что это небольшое видео с хорошими рыбками вам понравится, и вы поставите пальцы вверх. Также не забывайте заходить в мой инстаграм, там много интересной, полезной информации, фото, видео, материалы, кое-какие зарисовки с рыбалок и так далее. Обязательно заходите, обязательно подписывайтесь тоже. У меня на этом все, всем не хвоста, ни чешуи, крепкого здоровья, берегите себя, и увидимся с вами в следующих видео.